Columbia Pictures Industries. А пробы это не те, которые Рыбакова делали, может поэтому музычка напоминает. Здорово, Андрейнюк. Окей, может быть. По сути, мы ничего не нашли интересного. Только очки не нужны. Так. Был тут из разворота. Я там получил плюх. Ай. Если я там перепрыгну, то там тоже будет какой-то секрет. Мы же здесь не находили мужика, по-моему. Или не перепрыгну. Ладно, пойдем наверх, там, если что. По-моему, в конце там есть спрыг. Что ж, очень захочется. Здесь. Может, стоило на платформу прыгнуть, может, меня бы вынесло вверх. И перепроходить это снова. Удачи, Майки. Thank you.
Ай! Ладно, лифт. Приказы не обсуждаются. Окей. Пока вроде без смертей. Но и контов новых, кажется, мы не нашли. Все те же. Спасибо большое за фоллоу. Окей. Первую жизнь потратили.
Ах, блин, я уже дал привидение, а там еще паук мне на голову упал. Вполне на уровне игра. Так, и тут контейни, по-моему. Да. Вот три, которых мы нашли. Базука, что ли? Я думаю, что надо слиться. Мы также возьмем этот контейнер. У нас будет на одну жизнь больше. Ай. Здорово, Керсфан.
Так, зачем я спрыгнул? Не знаю, ну не важно. Не понял, как туда попасть. Так, теперь главное с креветкой справиться на уровне. Thank you.
Ну, достаточно неплохая, чтобы пройти хотя бы один раз лаки. Я часто в российском сообществе сейчас по спидранам разговоры идут, но, кажется, еще нормально руки не дошли на спидране. Персфан рулетка попозже будет, после обеда. Обед еще не наступил у меня. Неплохо, в принципе. Посмотрим, что здесь от нас прячут. Не понял, как... А, все. Я уж думал. Не смогу забрать его. О, смотрите. Действительно оказалось, что связано с Робокопом. Thank you.
Нашел новые секретки себе. Ладно, кое-как. Это они чекпоинт так близко поставили. Единственное, что я понимаю, что они периодически троллят тебя, что тебе не нужно нестись вперед. Лол. Ты... Блин, сейчас только обязательно аккуратно надо сделать. Не хочется перетащили. Последний уровень остался. Thank you.
Ладно, давайте просто поедем. Боюсь, что он меня головой раздавит. Не раздавит. Ну, тут таймер такой щадящий. Как правило. Блять, рука. Ну понятно. Конты пошли в ход. Да нет, камнями вроде в основном. Упс. Чекпоинтов здесь не было, что ли? Ух. Хорошо, я присел. Я не знал, что там привидение вылетит. Нет, КП. Чекпоинт. Удивительно, в этой стене ни одного секретного. Thank you.
идея с первого раза. Что, сходим сюда? Да говно какое-то собачье, там ничего не было. Ну, можно сказать, что нет, я просто ищу нормальные предметы. Мне попадаются не нужны. Тут конты можно находить. Есть, есть. Хватает еще майки. Два конта, по-моему, еще. Так, осталось понять, где мне найти Дракулу. Я понял. Буду знать. А, окей. Вен, только у меня последняя жизнь, конты придется два уровня перепроходить. Нет, один всего. Изи. Надо кнопку было нажать слева, по-моему. Или не слева, а все третьи, может. И третьи, по-моему. Тут хрень. Кстати, врагов топать можно? Раз уж тут есть такая механика топания.
Блин, ну ладно. Да, Майки, мы с первого раза прошли без получения урона это место. Хрень. Стрелочкой на этой хрени, только с креветкой там сложно. Первые разы. Так, стоп. Таймер. Мало времени дают. Упс. Спасибо. Реально на драку похож. Спасибо, ребят. Спасибо, Майки, Перс, Фанфрог, Букрыныч. Вот он, победитель Дракулы. Они даже музыку на титры не поставили. Спасибо, Панишерка. Здоровый дворер. Ну, Майки, либо там имена в начале были, либо я не понял, на какие смотреть. Затащили игру. Прекрасно. Давайте добавим в пройденные. Рэм Стокерс, Дракула.